Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы сделаем заколочки с полюбившимися у девочек куклами Лол и трессами. Такие трессы можно вплетать в косы, они не путаются и прекрасно носятся. Трессы у меня покупные. Они прикреплены к заколке. И для надежности, чтобы в процессе вплетания в волосы волоски у тресс не повылазили, у основания заколки я их промажу клеем титаном. Оставляем до полного высыхания, а затем проклеим лентой в тон локонам. Из репсовой ленты шириной 4 см, длиной 18 см прошиваем обычный бант. Следующий слой банта у нас состоит из бабочки. Для этого нам понадобится шаблон. Все ссылки на шаблоны оставлю в описании под видео. Бабочка у меня размером 8,5 см на 6 см. Шаблон прикладываем к кожзаму, обводим и вырезаем. При помощи П-образного шаблона прошиваем бант. Вы можете прошить обычный бант из двух отрезков ленты длиной 14 см. Последний слой – это бант-трезубец.
Шаблон у меня размером 15 сантиметров. Ссылку на него оставлю в описании под видео. Все готово, приступаем к сборке бантам. Заколку я использую размером 5,5 сантиметров, и для надежности поверхность заколки обработаем наждачной бумагой. Заколку я буду приклеивать не посередине, а вверху банта. Это необходимо, чтобы было место для приклеивания трес. И закрепим заколку и все слои банта атласной лентой. Трессы я буду крепить на небольшой отрезок фетра размером 4 сантиметра на 1,5 сантиметра. По краям отрезка фетра делаем надрезы и проклеиваем ленту. А также хотелось бы обратить внимание, что ленту приклеиваем не плотно, а с небольшим отступом.
Заколка наша практически готова, приклеиваем декоративные элементы. Ну вот и все, заколки наши готовы. Они получаются яркие и очень красивые, а для их изготовления вам понадобится совсем немного времени. С вами была Янина Воропаева. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забывайте нажимать колокольчик. Всем пока-пока!